Россияне, сегодня я сделала ролик, сейчас просто второго телефона нет. Покажу, как Залесье. Это было то место, куда высылали каких-то людей, ну... Короче, ну, как бы переселение каких-то вот неудачников было. Ну, представьте, что как бы, если бы вы сейчас открыли для себя Саха, вот этот Якутия, да, и туда поехал, не знаю, там, сын Путина и построил там город. Вот то, что вот Саха, Якутия, да, вот без дорог, где там люди упадают под лед, и у них там ни поликлиник, ни дорог, ничего. Руки, ноги отрубили и положили, 30 тысяч дали. Вот недавно был у меня случай, парень зашел, говорит, моему папу дали 30 тысяч, он ехал с работы, провалился под лед, руки, ноги отрезали. Ну так вот, вот то, что вот вы залезли, это то же самое, что Саха для вас. Вот вы представляете, чтобы Саха была центром, не знаю, там, вот столица России, да, какой там город Саха есть? Ну, представьте, что вы поехали в Саха, основали там город и там сделали столицу России. Это будет смешно для вас? Вот как вы по отношению к Саха, так и Киев по отношению к Москве. Киев – центр. А вы были из Залесья, болото. У вас даже вот речка под Москвой есть, называется Моча. Не Моча, а моча, потому что, ну, моча – это влага, сырость, грязь. У вас моча течет в Москва к Вандию, и вы говорите, что это центр. Это какой-то из каких-то там 12 детей, последний из 12 детей Владимира Мономаха поехал. Ну, вы же понимаете, что самый любимый ребенок остался жить в Киеве. Какой-то из последних детей поехал куда-то туда, взял с собой бродяг, как вы говорите, славян, да, приехал туда, где Мещери Мери, Чуди, Финно-Угры, да, в Залесье. У вас все города называются Залесье, Залесье, Залесье. У вас целый район называется Залесье. Вот это вот кольцо, которое вы называете, да, какое-то там золотое кольцо, да, это и есть Залесье. Залесье. Вот как вот Москва и Саха сейчас, так вот и Киев, и вы. Понимаете? И вы будете рассказывать, что... Вы считаете, что Саха – это центр России, нет? Ну, так вот, такой же центр России, как и вы по отношению к Киеву. Вы не славяне, вы не Русь.